Дорогие друзья, я сегодня расскажу вам об опасности, которую таит в себе перепрошивка смартфона. Знаете, некоторые без всякой необходимости это делают, им обещают, что вот перепрошьем его, будет аппарат работать быстрее, эта прошивка лучше заводской. Не надо этого делать без острой и крайней необходимости. Удалив родную прошивку со своего гаджета, вы установите туда самодельную, которую неизвестно, кто вообще собирал. И знаете, это может привести к серьезным последствиям. Много разных случаев было, я вам расскажу, что может случиться с вашим аппаратом, если прошивка будет работать некорректно. Ну, по-разному бывает. У кого-то после перепрошивки перестал открываться браузер Google Chrome, у кого-то пропала функция делать скриншоты с экрана, у кого-то перестало работать радио. То есть, что угодно может произойти, какую-то из функций можно потерять. Вот такие вещи бывают после перепрошивки. Может, конечно, все работать нормально, и такое тоже бывает, а может и работать плохо. Так что вы не спешите удалять заводскую прошивку без какой-то острой, крайней необходимости. Помните, все эти прошивки, которые вы скачиваете из интернета, это чьи-то самоделки, каких-то программистов-любителей. Они, конечно же, тоже могут допускать разные ошибки.